Всем привет! Вы на канале Чаплин Коллектор, и сегодня у нас будет опять новогодний выпуск, но на этот раз мы будем открывать сюрпризы от Confitrade в пластиковых яйцах, которые выглядят следующим образом. Здесь есть два варианта обложки со снеговиком и с оленем. Называется эта серия Winter Time, логотип компании Confitrade и дата маркировки этих яиц 28 июля 2021 года. Написано, что подарок плюс мармелад внутри. Вторая обложка у нас с Сантой и со снеговиком. Та же самая коллекция. И давайте посмотрим внимательно на коробочку. Здесь у нас нарисован Санта и олень. То же самое написано: подарок внутри, мармелад в пластиковом яйце, Winter Time. Сбоку на коробочке нарисован снеговичок и лисичка. А с другой стороны нарисован пингвин и зайчик. У них, кстати, есть даже подарочек. Также есть картинка с мишкой. И на обратной стороне, как обычно, логотип производителя и дата маркировки. В этой коробочке находится 12 сюрпризов. Мы их сейчас, конечно же, с вами откроем. И мне не терпится посмотреть, что же здесь за коллекция. Все яйца я взвесила. Если вы захотите найти конкретную игрушку, я надеюсь, вам это поможет. Ну и давайте откроем первое яйцо. Такой вот у него звук. Не вижу перфорации, поэтому давайте воспользуемся ножичком. Надеюсь, получится у меня открыть. Так. И распаковываем капсулу. Капсулы этих сюрпризов красные. Ну и давайте откроем, посмотрим. Так, смотрите, здесь мармелад, такой же, как в свитбоксе, мне он очень нравится. И также есть вкладыш, смотрите, какая здесь интересная коллекция. Она, правда, небольшая, состоит всего из 5 игрушек, но мне кажется, она очень достойная. Собери коллекцию праздничных игрушек, и с обратной стороны вот такой вот вкладыш с Сантой и с оленем. Очень тоже красивый, симпатичный. И первая фигурка, которая нам попалась, это елочка. Таким образом она выглядит. У нее есть отверстие, правда, оно не прорезанное для веревочки, но я думаю, что вы можете любой зубочисткой или иголочкой его проковырять. Елка плотная, но сделана, мне кажется, она из резины, то есть мы по бантику это можем понять. Все остальное здесь не сгибается, возможно, только бантик сделан из резины, непонятно. Это елочка, на которой есть украшения в виде бананов, каких-то снежинок, каких-то других еще украшений. Она украшена неравномерно, то есть по бокам нет игрушек, но сзади и спереди она хорошо украшена всякими звездочками, шариками и так далее. У нее также есть ножка, елочка не полая и хорошо будет стоять на полочке. То есть вы можете ее как на елку повесить, так и поставить на полочку. Мне кажется, отличная фигурка. И надеюсь, вся серия будет такой же классной. Мы ее, скорее всего, сегодня соберем. И давайте откроем следующее яйцо. Что же у нас во втором яйце? Посмотрим. Открываем. Снимаем пленочку. И посмотрим. Сейчас мы откроем еще одну игрушку и сравним для масштаба с киндер-сюрпризом, чтобы вы понимали размер. Тут также у нас мармелад. Вкладыш. Вкладыш у этих игрушек универсальный. То есть вам будет достаточно оставить один вкладыш на коллекцию. И нам попался подарок под эту елочку. Подарок выглядит вот так вот. Он квадратный, украшен снежинкой. Сверху есть бантик. Ну, наверное, это что-то типа бантика. Также есть отверстие для веревочки. И снизу он не полый, а такая прям полноценная фигурка. Вот это вот место немножко шевелится. То есть такое ощущение, что они соединены такой тоненькой полосочкой. Подарок. Давайте поставим его под елочку. Конечно, он намного больше елочки. Так вот он выглядит. И для сравнения поставлю елочку из киндер-сюрприза, чтобы вы понимали размер, масштаб. Мне кажется, они хорошего размера, но чуть-чуть поменьше киндеровской елочки получается. Но по качеству и по детализации мне она очень нравится. Так что вот такой вот у нас новогодний наборчик. И давайте открывать следующее яйцо. Делайте ставки в комментариях, сколько яиц нам придется открыть, чтобы собрать всю коллекцию из 5 игрушек. Открываем третье. Снимаем пленочку. Ой,
Не убегай. Оно хотело от нас ускользнуть, и внутри у нас... О, новая игрушка, здорово! Это снеговичок. Как и елочка, это достаточно популярный персонаж новогодних сюрпризов. Выглядит он следующим образом. Мне кажется, он, знаете, из такой резины сделан, как ластики. Потому что смотрите, какое у него забавное соединение. То есть у него шарфик отдельно, отдельно голова, отдельно нижний шарик и отдельно шляпа. Так вот сделан. То есть это резина, но я ее не могу прогнуть. То есть прям он плотный-плотный. Внизу он также не полый. У него желтая морковка, розовый пуговицы и розовый ротик, выпуклые черные глазки и также есть отверстие для веревочки. Шарфик у нас, он не как бы не приклеен, но отсоединить я его не могу. То есть он также держится, как, например, и шляпа. Хорошая фигурка, мне нравится. Давайте сравним его с елочкой. Он выше елочки, конечно, наверное, не очень логично, но зато фигурки все крупные и их приятно держать в руках. Еще я его решила сравнить со снеговиком из последней серии Kinder сюрприза. Снеговик из Kinder сюрприза немножко повыше, но это тоже крупненький. Конечно, у киндеровского более выразительные черты лица, глазки, бровки и пуговки. У этого они больше сливаются с телом, но все равно они есть и даже прокрашены. Четвертое яйцо и, надеюсь, четвертая игрушка. Разрезаем и снимаем пленочку. Так, кто у нас здесь прячется? И это, так, хоть бы... Нет, это, к сожалению, повторка. Это еще одна елочка, так что серию мы пока еще не собрали. Возможно, с первой палетки у нас и не получится собрать серию. Посмотрим. Интересно, сколько яиц нам придется открыть. Так, здесь у нас... Так, это еще один подарок, повторка. И последнее яйцо из первой палетки. И здесь у нас кто будет? Новая игрушка, попадись, новая игрушка, попадись. Нет, это, к сожалению, еще один снеговик. Вот он. Первая палетка открыта. Приступаем к второй. Я достала яйца из коробки, чтобы так было проще нам открывать. И берем первое яйцо из второй палетки. Что же оно нам принесет? Новую ли игрушку? Открываем. И это... Да, новая игрушка. Нам попался Санта. Он здесь очень забавный, такой весь морщинистый, очень старенький. Кстати, тут можно даже, наверное, если вам мешает, отрезать вот эту вот петельку, и будет просто фигурка, которую нельзя повесить на елочку. Так он выглядит с обратной стороны. Он совсем не прокрашен, то есть он абсолютно красный здесь. Конечно же, это большой недостаток, но спереди Санта выглядит очень симпатично. У него черный ремень, черные ботинки, ну и, конечно же, белая оторочка на шапке, помпон, варежки и борода. У него черные глазки и, я не знаю, красные губки или красный язычок, да, наверное, это у него такие губки, как будто он их вытягивает и хочет нас поцеловать. Снизу фигурка выглядит следующим образом, она не полая, и давайте сравним его с Сантой из последней серии Киндера. Санта от Confitrate и Санта из Kinder Surprise. По размеру он, в принципе, не сильно меньше, с тем условием, что он сидит, но, конечно же, очень проигрывает тем, что сзади он не прокрашен, в отличие от Санты из Kinder Surprise. И того, и другого можно повесить на елочку, но этот точно пластиковый, а этот, мне кажется, все-таки резиновый, потому что, видите, даже я его могу так вот согнуть. И мы практически с вами собрали всю коллекцию. Нам осталось найти колпачок Санта-Клауса, вот эту вот игрушку, и тогда наша коллекция соберется. У нас есть еще 5 яиц, так что, надеюсь, мы его все-таки найдем. Открываем следующее яйцо. Очень жаль, что здесь нет перфорации, но, по крайней мере, я ее не вижу. Может быть, она тут, конечно, и есть. Приходится открывать ножом. И так, здесь еще одна елочка. Дальше у нас... Кто здесь попадется? Так, колпачок, попадись. Так, нет, тут у нас прячется еще один Санта. 3 яйца осталось. И надеюсь, колпачок будет не в последнем. Потому что, ну, это очень волнительно тогда будет.
Хочется все-таки собрать коллекцию, особенно с тем учетом, что она небольшая. И так, это вижу уже снеговик. Вот он выскакивает к нам навстречу. Еще два яйца, и я уже начинаю переживать. Где же наш колпачок? И здесь у нас еще одна елочка. Так, слушайте, у нас прям действительно осталось последнее яйцо. И колпачок нам пока не попался. Я уже начинаю нервничать. Точнее, я уже очень сильно нервничаю. Ну что, колпачок попадись, колпачок попадись. Так, давайте вы первыми увидите. Я закрою глазки. И там еще один снеговик. Да, мы коллекцию не собрали. Очень жалко. Из коробки в 12 яиц нам удалось добыть всего 4 игрушки. Так и не попался колпачок Санта-Клауса. Я немножко расстроилась. Но сами фигурки мне, в принципе, понравились. Они, конечно, резиновые, но на елочке будут смотреться отлично. Единственный, самый большой недостаток, я считаю, это не прокраска обратной стороны Санта-Клауса. Все остальное сделано хорошо. Если вам понравилась эта серия, то я вам оставлю ссылочки в описании, где можно заказать эти сюрпризы. Так что переходите и заказывайте. Ну и, конечно же, в комментариях пишите, понравилась ли вам эта коллекция, будете ли вы ее собирать или, может быть, вы уже начали. Моими любимыми фигурками, пожалуй, будут елочка и подарок. Подарок, потому что можно его использовать в разных композициях, в принципе, как и снеговика, и Санта-Клауса. Ну а елочку можно повесить в виде игрушки, хотя Санта-Клаус, сидящий под елочкой, тоже смотрится неплохо. Если вам понравился и был полезен этот выпуск, то обязательно поддержите меня лайками, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Все ссылки на мои социальные сети, как обычно, в описании. До новых встреч, всем пока, ну и, конечно же, с наступающими праздниками!